Сейчас начнется допрос. Следователь сперва будет ласков. Он предложит папиросу, потом предложит жизнь. Папиросу можно взять, а от жизни придется отказаться. Жандармы не изобретательны в философии, зато они изобретательны в другом. И вот тут нам может прийтись очень туго. Потерпим. Что с тобой? Насморк. Насморк старый, как человечество. Вот теперь ты молодец. Как все мы веселы, бываем и угрюмы, но если надо выбирать, и выбор труден, мы выбираем деревянные костюмы. Люди, люди, нам будут долго предлагать не прогадать. Ах, скажут, что вы еще не жили, вам надо только, только начинать. Ну, а потом предложат или, или, или пляжи, вернисажи, или даже пароходы, в них наполненные трюмы, экипажи, скачки, рауты, вояжи, или просто деревянные костюмы. И будут веселы они или угрюмы, и будут в роли злых шутов и добрых судей, но нам предложат деревянные костюмы. Люди, люди, нам даже могут предложить и закурить, а вспомнят, вы ведь долго не курили, да вы еще не начинали жить. Ну а потом предложат или, или. Дым папиросы навевает что-то, одна затяжка веселее думы. Курить охота, как курить охота, но надо выбрать деревянные костюмы. И будут вежливы и ласковы настолько, предложат жизнь счастливую на блюде. Но мы откажемся, и бьют они жестоко. Люди...